Хейо, гейс, помещики, мы продолжаем проходить игру, либо заканчивать игру под названием Железный Человек. Потому что я не могу посмотреть, сколько у нас там уровней. Но по идее должно быть все. По идее. Блин, у меня новое оружие появилось. Там квадратик был. I want that unit vetted for mass production immediately. Yes. Are you hurt? You shouldn't have come. They were using me to get to you. Who? AIM? Please. They're insane. And they failed. And now I'm gonna take them down. Tony, no. It's too dangerous. Trust me, I designed those weapons, Pepper. I'm the only one that can do this. But what about Stain? He tried to kill you. And AIM tried to kill both of us. Stain won't leave. AIM is desperate. And they're not going to stop just because you want them to. But they're too powerful. They'll... And that's exactly why I have to go after them. What can I do? Get to the office. If Obi's got a plan, I need to know what it is. Okay. But it may take a while. May we be careful, Pepper. I just don't know what Stain's capable of anymore. Где Мандарин? Я помню в той... Я того вообще чувака не помню. Спутниковые фото показали задание на очередной объект исследования, а им хорошая находка, Донни. Эти парни скроются от меня. Ты завершишь анализ пушки? Да, это что как машина для убийства, я подобному не видел ничего такого, я знаю. Или подожди. Нет. Ну давай, лети отсюда. Detected underground. It has a force shield, sir. I need to get past that shield. Мне нужно попасть в этот щит. I'd advise that you target those stations, sir. Show me, Jarvis. Affirmative, sir. Ой. Ага, подожди. Это типа куда мне нужно лететь или что? Ну ладно, полетели. Нифига себе, здесь еще остров. А, пускай летит. Стоп, а что мне уничтожить надо?
что ты делаешь, Тони? Короче, ясно. Новые роботы. Электростанция уничтожена. Осталось две. Протонная пушка активирована, сэр. О боже. Залиняй на эту штуку. После выстрела пушки конденсатора нужно временно на перезагрузку. Подтверждаю, сэр. Мне нужно рассчитать время. О, это что было? Пушка? Фыб, ну это волна здоровая. Ага. Понятненько. Меня, короче, убить хотят. Нет, я сюда по-любому не доходил. Я помню, что был мандарин, он всегда улетал, и я проиграл. Походу, это как раз насчет базы. Электростанция уничтожена. Осталась одна. Да. Я вот не понимаю, репульсор, да, вот допустим, у него... Вот он загружается, что дальше? Что мне это дает? Типа то, что у него энергосбыт, типа, ну, быстрее становится. И что? Интересно, сколько тогда здесь уровней? Оу. А, я думал, в пещеру, в проход. Вся электростанция уничтожена, сэр. Пушка беззащитна. Ну, около щита мы все сломали с вами. По идее, только в барьер нужно залететь и все. Видите, походу уровень сложности только зависит от того, как... сколько у тебя будет сердечек этих, и все. Мы обнаружили какого-то рядом.
Это Хорган. Что? Бруно Хорган, я узнал бы разработку Хоргана где-то угодно, неизбежно. Негодяй, но единственный. Хорган пытается взорвать источник энергии, сэр. Тони, ты должен его остановить, а он может уничтожить целый остров. Ни черта не он не сделает. Джарвис, дай Хоргана. Да, сэр. Связь установлена. Хорган, ты безумец. Это совершенно ты потерял сердце, теперь я победил. Ага. Да что? Что от меня хотят? Подожди, я не могу. А что я должен сделать? They've always been the same. Ты проиграл, Старк. Почему он так херячит? Короче, как я понял, самое безопасное мое место — это вот так по кругу бегать. Как я понимаю, да? А, я понял. И, короче, я понял насчет сердца. Нужно удерживать, не отпуская кнопку. Походу. Morgan, this has to stop. No quitting. Damage level critical. Manual heart system. Сейчас попробуем, ману. Почему? Backup system activated. No quitting. Да уйди, Тони, блядь, ну ты чё гонишь? Все, ждем, пока восстановится сердце твое. Вроде он сделал это. У них есть источник энергии. Что? Технологии Хоргана. Микроволны. Нет. А мне давно запустил призывенный спутника. Я что-то помню о систематичном солнечном коллекторе. Вот так это делается. Теперь я знаю, что мне нужно делать. Вот это босс, вот это да. Малай, да, я все-таки с ним не дрался. Значит, я просрал, когда нужно было спасти девку. Защищать бункер. А с кем я тогда бежал? Я помню, кто-то пролетал. Нихера не понимаю. Ну, видите, я больше не могу. А тогда я мог выбирать другое оружие. Ладно.
gorgeous. Very nice, Doc. Our captors would love it. Would, but it's not for them, it's for us. We're getting out of here. Ah, I see. And what happens with this? What, you kidding? I gotta build more. This is a work of art. I've never designed anything like it. Just look at it. This is the future, Jensen. Мы, знаете, какая-то армия здоровая здесь, этих роботов. Теперь их средства заморожены и... Они не скроются от меня. Это их штаб? Да, в центр АИМ. И Стейн? Не могу найти Тони. Я разберусь с ним позже. Сначала главное. Я нашел вход в базу, я скоро буду внутри, когда уничтожу мусор. Понимаю. Найс, мусор. Так, я уже внутри. Так, консоль на данной сети, вероятно, она управляется защитными полями. Защитными полями. Signal in close proximity. Unable to pinpoint. Movement erratic. Вам придется найти его самому, сэр. Найдите источник сигнала. Хорошо. О, они уже меня встречают. Монет испугался. Кошек в моем окне. Тони! Тони Стейн здесь, он заблокировал здание. Хорошо. Теперь я могу покончить с этим. О, два робота. По звукам было. А, так ты и ракетами стреляешь, и всем подряд. We're moving all the residents out of the city. We don't want any collateral damage when we move in on Stain. Да заебешь. Забьете роботы. Ох ты, мразь, на взрывчатке. Так, и что далее? Так, вы нужны признать, а им выпускают очень классные вещи. Мне почти жаль. Мне очень жаль, что идет видеоролик и меня атакуют в этот момент. Так, мне подхилиться. Ну да, вот костюмы создают.
Ага. Файлы захвачены и выгружены. Эй, Тони, видишь военное оборудование? Точно что-то не задницу, я сообщу. Хорошо. Ну почему вот он сейчас меня пуляет, а я урон в этот момент получаю, вы понимаете? Ну ладно, он в меня не попадал. Но все равно, даже если бы попадал, я бы урон из-за этого получал. Это нихера не круто. Those floors appear to be carrying a large electrical charge. Stepping on them might cause damage to armor. Так, эта херня, короче, может повредить броню, было сказано. Поэтому я не наступил. Я умный. Город был захвачен. Мы можем добраться к Стэну. Неважно, я скоро буду. Ага, мне типа... Странно. Компьютер есть, но компьютера нету. А тут датчика-передатчика нету, да? Ну, фиг его, ладно. Типа, мне нужно все равно здесь попытаться пройти. Найс. Пофиг. Сначала... Сначала белых. Потому что белые не с ракетами. Череп. Бам. Черный череп, да, кажется, еще враг был у него или нет? У железного человека. Нахер мне эти бочки? Доп задания непонятные. Впечатляет, стыдно, но мне придется его взорвать. Ну, больше хп в себе держит. Стоп, я кругаля дал? Ну, если мне недалеко, я могу просто пролететь. А, так мне и нужно пролететь. Ну и какой? Тихо. Пролетел свою остановочку. Немножечко.
AIM is definitely up to something. AIM явно что-то планирует. Тони, главный компьютер, а им должен быть где-то там. Да, я понял. Я их найду. Да, мы их найдем. Главное встать там, где не будет по мне урона. Да и все. И главное, чтобы сейчас те чуваки не ожили. Можно как-то эту херь отключить? Ладно. Не страшно. Бля. Да, выглядит очень знакомым. Нет, нет, это не мое. Одолите жестяные копии. Я сейчас буду по очереди или сразу со всеми? Если сразу со всеми, я не справлюсь. Вот, блядь. А, ладно. Ну, типа, если по три будут вылазить, это легко. Если что, на крайняк переключусь на броню. Вот, видите, когда я вблизи, мне урон вообще не приходит. Потому что они насквозь меня стреляют. И урон поэтому на меня не действует. О, видите, вот далеко они у меня почти сразу целую полоску отняли. Да, Тони. Я нашел что-то в данных более костюм управления из одного места. И это облегчает задачу. Я думал, внутрь. Или внутрь все-таки. А им конец. Получилось. Теперь твоя очередь, Стейн. Что-то было? Ничего, я иду домой. Ну и, в принципе, конец. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. А, вот, смотрите, походу оно есть. Взрывчатка, ракеты. 9400. Это, походу, уровень. Мне нужно было убить врагов 100, чтобы апнуть уровень. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Хейо, гейс, вы мишеньки, мы продолжаем проходить игру. Даже, может, скорее всего, заканчиваем проходить игру под названием Железный Человек. Я не знаю, сколько здесь серий. Ну, серии уровней. Поэтому, что будет, то будет. Но мы с вами заметили, что, скорее всего, прокачка оружия зависит от того, сколько я врагов убью. Из данного оружия. Означенный уровень. Ладно. Обычное, поехали. I'm not giving anything up. I did what I had to do to save your father's company. No.
You crossed the line, Obi. Dad never would have gone along with any of this. Your father understood business. This is beyond you. Business? This is insanity. Insanity is thinking you could build these weapons and then look away when people use them. This is the real world, Tony. It's time you started living in it. You know what? This is a waste of time. I'm not letting you do this. You seem to think you hold the cards here, Tony. Miss Potts would probably disagree. What? Did you think I wouldn't find out what she was doing? If you hurt her... Don't force my hand, then. Doesn't have to be this way, Obadiah. But I am coming for Pepper. You always do what you want, Tony. I'll do what I must. Буду надеяться, что он слабее, чем тот чувак с морозной пушкой. Походу, это все-таки последняя, да, серия. Значит, я ее объединю с... Ирония, Тони. Ты избавляешь мир от оружия, чтобы создать крупнейшее оружие в мире. Где Пеппер? Не волнуйся за нее, подумай о себе. В этом ты мастер. Ради бога, ободание. Тебе следовало дать мне костюм, Тони. Тогда этого никогда бы не было. Короче, вы поняли. Получай. Да. Забив. Я понял. Ну не урона вообще никакого, да что за бред? Нет, нет. Поздравляем, Тони, ты уничтожил компанию отца. Вау. Короче, мне нужно байтить, когда он начинает... Иди сюда, Тони. Не, в QTE я не проиграю. Я понял. Ну, слушайте, битва легче. Куда это ты, Стейн? Пошли в реакторы, Тони. Пеппер ждет. Что ты с ней сделал? Тони, в центре управления реактора.
Осторожней, Старк. Реактор нестабильный. Взрыв может в любое время. Джарвис, это правда возможно? Подтверждаю, сэр. Значит, нам нужно устроить короткое замыкание. Возможно, с помощью высокого тока или эми-удара. Попробуем. Look at the control board. Flip the third switch, bottom left. It'll build up a charge, so get ready. You sure you want to do that? No. Now do it. Ой, стоять. System is charged, Tony. I think. Got it. Давай, чувак, нам... Как ощущение, Стейн? Вот, видите, я ему в жопу даю. Нет, они только не обнимашки. Ты попался. Пеппер, переключи его снова. Сделано. Заряжен, Тони. Победи Стейна. Нет больше оружия, Стейн. Он исчез, Тони. А вот мне интересно. Окей, вторая фаза вообще легчайшая. Легчайшая из легчайших. А первая, почему такая долгая? Это все? Посмотрим. The man who embraces his heroic nature pays a terrible price. He sees the darkness in the world and in his own heart, and is forever changed. The child gives way to the man. And the day comes when he must ask himself, what kind of man will I be? Am I willing to die on my feet? Or will I live my life on my knees? Do I have what it takes to become truly great? To become more than a man? To become Iron Man? Все? Я прошел? Ну, слушайте, давайте оценивать игру. Ну, начнем с того, а ну-ка, улучшение. Да, походу оно улучшается с помощью того, что сколько мы убили, столько и получили. Бонус. О, последний костюм. Тони Квонстон, этот костюм во время своего... С Апроном Манфером. Короче, какой-то космический костюм. Ну что я могу вам сказать? Во-первых... А... Пофиг. Я не помню, почему я в детстве не смог пройти. Просто давайте я вам расскажу, как я помню картину в детстве. Почему я всегда проигрывал. Да, там было тоже связано, что с девкой. Нужно было спасти эту девку. Но... Херня в том, что показывали сначала мандарина. Ну, типа, еще мультики до этого смотрел. Мандарин этот летающий, да, который, типа, гипнотизирует людей. Он куда-то в сторону улетел, а я должен был его догнать. Там еще сантиметры вот эти были. Я же начинаю лететь, и я проигрываю. И я фиг знает почему. Проигрывал, но, скорее всего, из-за того, что я, типа, уходил с радиуса... игрового. Я не знаю, почему вообще там был этот мандарин. Ну, сейчас вы видите, я игру нормально прошел. Оценивая игру, ну, блин, обычный проходняк. Игра просто прошел и все.
Единственное, что могу отметить, это... Блин, да не знаю. Наверное, большая разновидность оружия, которое, конечно же, мы не смогли использовать из-за того, что мы в основном лазером стреляли пол игры, потому что я не знал, как поменять оружие. А потом, когда я уже узнал, почему-то я не получал нового оружия, после чего я уже понял, как новое оружие получать. Это там нужно было убить определенное количество врагов. Что еще можно отметить? В игре есть боссы. Боссы у нас с вами довольно легкие. Все, кроме одного. Чувака, который меня... стрелял электричеством. Вот это жопа, пиздец. Я не знаю, почему он так дамажит, и он просто, у него здоровая скорострельность. Ладно, я понимаю, если бы он оставлял вот эти следы, да, они бы взорвались. Так он стреляет со скоростью света, блять, они попадают и сразу взрываются, типа, нереалистично. А вот финальный босс, ну, первая стадия долгая, а вторая быстрая, просто его в кругу держишь, да и все. Ну, из врагов сложных... Ну, только пушки какие-то. Ну, короче, все, что стреляет ракетами, то, что меня сбивает. Все. Каюты есть в игре. Ну и, в принципе, все. Бонус, есть история костюмов, можно костюмы менять и играть ими другими. Арты. Есть бесполезная, ненужная вообще, я считаю, дополнительная миссия, это собирание ящиков этих. То, что... Оно однотипное, да, будем честны. Если бы они немного хотя бы разнообразили, тогда, возможно, да, было бы прикольно. А так, увы. Ну что, в принципе, тогда я объединяю с предыдущей серией. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока.